Привет всем, друзья! Приветствую вас на берегу черного, любимого нами всеми моря. Я сегодня хочу объявить небольшой конкурс. Конкурс будет заключаться в том, чтобы вы рассказали о том, как вы провели прошлое лето, либо позапрошлое, в мельчайших деталях и подробностях. Рассказали, где были, почем отдыхали и так далее и тому подобное. Вам за это от меня, от нашего канала будет 1000 рублей. Все ваши истории, которые вы напишете, будут опубликованы у меня в эфирах. Мы их прочитаем, чтобы другие люди, используя ваш опыт, могли приехать и с комфортом отдохнуть в нашем любимом городе. Надеюсь, это будет многим полезно. Также не забывайте, что для этого вам надо подписаться в нашу группу либо ВКонтакте, либо в Одноклассниках. Мы вам за это будем признательны и благодарны. И сделать репост этой записи. Там все в подробностях описано и написано. Уже около 3 или 4 человек написали свои истории. Конкурс проводится до 1 марта, а дальше будут уже розыгрыши. И, кстати, будем голосовать, либо как-то, придумаем, разыграем. В общем, подарок 1000 рублей. Больше подарок – это благодарность от тех людей, которые будут пользоваться вашим опытом и посещать только те места, в которых было достаточно весело и интересно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репост этой записи. Буду вам за это благодарен. Всем пока-пока.